Это уже почти месяц, воды нет. Питьевую покупаем, когда удается выстоять. Пару дней назад я полтора часа простояла, только 4 бутылки смогла купить. Но ее купать надо каждый день, поэтому для нас очень тяжелая ситуация. Мама привозила, у них дали на другом районе воду, но такси 1000 рублей довезти воду. Так что ситуация ужасная. А сколько стоит 80 литров питьевой воды в среднем? Ну, она там по 3 рубля за литр. И, насколько слышала, запас воды вообще заканчивается, ну, этот резерв. А люди говорят, у кого давали воду выше 4-го этажа, не поднимается. Вообще без разговора.